Более 2000 выпускников Хабаровска сегодня простились со школой. Во всех образовательных учреждениях города прозвучали последние звонки. В этом году на золотые медали претендуют более 150 11-классников. Встречайте, выпускники 2016 года. В гимназии номер один юбилейный 50-й выпуск. Учителя в большую жизнь провожают 48 старшеклассников. За долгие годы учебы они встретили друзей и первую школьную любовь. Школа наш второй дом, как-никак. Почти ночуем здесь, 11 класс, тем более. Готовились к экзаменам. Вот сейчас очень волнуемся, не знаем, как сдадим. Только для кого школа – это учина, я их не понимаю. Для меня это было просто один из незабываемых лет. Этих девчонок и мальчишек 11 лет назад в школу привели мамы и папы. И сегодня, как и тогда, родители волнуются за своих уже давно повзрослевших детей. Выпускной школы – это вообще запоминается, я думаю, всем на всю жизнь. Это прямо я не могу, торжество такое, прямо аж на слезы на глаза выпивает. Выпускаю дочь и волнуюсь гораздо больше, чем соволновался. Напутственные слова, пожелания. По статистике, больше 70% выпускников поступают в хабаровские вузы и техникумы. И, как заявил на торжественной линейке мэр Александр Соколов, на Дальнем Востоке работа найдется для всех. Нужны молодые, энергичные, толковые, подготовленные к жизни и к учебе ребята и девчата. 25 мая в Хабаровске стартует государственная аттестация. Первое испытание по литературе и географии. Пока же выпускники прощаются со школой, и для них звенит последний звонок. Татьяна Токарь, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения.